Привет, друзья! Вы на канале «Готовим с Мариной Ломака». Я рада вас приветствовать. Сегодня готовим замечательные медовые кексы на сметане. Можно испечь одним большим кексом. В миске соединяем сахар, яйца, ванильный сахар и мед. Взбиваем миксером минуты 2-3, пока масса не побелеет. Добавляем растопленное сливочное масло и сметану. Пройдемся миксером. Остается добавить разрыхлитель и муку. Перемешать удобнее миксером. Тесто готово. Заполняем формочки наполовину и в духовку при температуре 200 градусов. У меня кексы были готовы через 25 минут. Остужаем на решетке. Всего получилось 9 кексов. У меня пополнение моей замечательной коллекции. Посуда от мастерской Clay Street – это ребята, влюбленные в свое дело. Изделия из белоснежного фарфора – это настоящая сказка с очаровательными кроликами. Все изделия авторские и создаются в России, в городе Ростов-на-Дону. На страничке в Instagram часто выкладывают процессы создания, и каждый может проголосовать за то, как будет выглядеть очередная новинка. Белоснежный и благородный фарфор по собственной рецептуре создан для того, чтобы посудой можно было пользоваться каждый день. Идеальный подарок себе и близким, который будет радовать вас каждый день. Гарантия надежной упаковки и доставки. Если изделие вдруг повредится при доставке, вам его заменят. Все ссылочки на мастерскую я оставлю под этим видео. Заходите, посмотрите, может быть, что-то для себя и подберете. Вернемся к кексам. Кексы получаются мягкие, ароматные и очень вкусные. Попробуйте приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте классы и делитесь моими видео с друзьями в соцсетях. Вам не сложно, мне приятно. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким!